Ты так лег, как будто это в ДТП вырубил. Не понял. А что случилось? А где машина? Где? Угнали, суки. Кто? О, здание какое-то, я пошел туда. Ой, я что-то набрал. Алкогольность 6. Ну, за рулем все равно ты. Так что можно. Чувак, подойди сюда, я тебе... Подойди сюда, просто этот чувак, мне уже нравится, щелкнул сюда. Короче, тут написано, вы должны присягнуть фракции, прежде чем сможете участвовать в завоевании. Чувак, я хочу в завоевании участвовать. Давай, на девятке подъедем. Это как в 90-е завоевания будут. А как присягнуть фракции? Например, хочу им присягнуть. А может им соснуть? Тоже можно. Так, и как присягнуть? Монолит, так что ли? Как присягнуть? А может, ламидоном каким-то надо стать? Сука, ламидон звучит как какое-то лекарство от поноса. Слабительное ламидон. Кролик на тебя как-то на пидораса смотрит. Кролик пидорас? Я заскривил, чувак, я заскривил. Значит, давай что-нибудь другое заспавню, помимо девятки. Давай. Какие-то педики стоят. Надо, короче, знаешь, найти какую-нибудь такую яму и там копать. Ты пока копай, а я сейчас кое-что. Ты купай, не отвлекайся, а я это, чтоб ты это... В багажник смог все положить. Что? Что ты ржешь? Не могу просто. Не, просто знаю, что мы делаем. Тогда будет здесь. Не, просто нужно специальную локацию. Короче, там есть гномики, пидор. У них есть. Я только не помню, как она называется. Пидоры. Утром ведь важно что? Бля... успевать. Вот смотрите, одной рукой наполняем барьер, а другой. Что произошло? Будем друга. Вайт. Состав молочный шоколад. Сука, жрать я хотел. Сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, какао-масса, сухая сладкая молочная сыворотка. Сперма. Залез на крышу. Чувак. Я залез на крышу Жигулей, меня кикнули за полеты. Я херею. Сыворотка. О, кто это? Житель анальный. Житель ануса. Глист, что ли? Молочная сыворотка, да? Нет, как это называется? Сухая, сладкая, молочная. Грибы какие-то. Голубь пекет, дайте грибник. Чувак, это грибчик. Ну ты же их ищешь. Ой, чувак, медведь не лезть пил, блядь. О, он дохнет, прикинь. Он дохнет. Его убивает. Сейчас он меня убьет. Как выбраться из этого вот половника? Это что за член? А, это шахтер, походу. Лысый, заметил, он именно лысый. Сколько здесь гномов-то, охереть. Он такой большой. Кто? Кто? Да этот, Дед Мороз. Кто, сука? О, сука! Что? Не копай под себя в этих шахтах никогда. А чё там? Упадёшь нахер! О, вижу голубь Арсений там где-то глубоко. В очке. О, а это гном, это с щитом. О, сука, это что? Нападают? Что? Там что-то этот кто-то такой. А то у него просто спит. Да спит это хорошо, конечно. Спит это весело задорно, конечно. Но а где? Так я сейчас. О, да-да-да, это они нормально, это они, у них кашель просто. Не, он вот так делает. Вот так он сделал. Зачем? Ну, я же говорю, у него спит, он просто кашель. Хриплое горло, первый признак спида. 12. Хочешь, я тебе сделаю подарок? Отсосешь? Жалеет мысль о маленьком народе среди земли. Как-то порнахтер.
Вместо этого Саруман исследует древние знания, изучает навыки, которые он хочет использовать для себя. Да логично. Самоотцовство. Ходят слухи, что Саруман обладает большим мастерством речи и мысли. Это он, они приписывают его непрестанному изучению воспроизведения врага. Хотя истина этого еще неизвестна, несомненно, что Саруман Белый прежде всего среди волшебников более коварный. Вот Саруман, сука. В восторге от красоты башни и... И был поражен ее видом, но что-то в этом зрелище вызывало беспокойство, и вскоре я отвернулся и вернулся на дорогу. Интересная история. А я, кстати, не получил квест почему-то. Я знаю, как присягнуть верности через анус. Что? Что я сейчас произнес? Так, где этот волшебный педик? Заколдует тебя, анусу, пробка появится в нем. Ага, сука, ты... Ну куда? Ну ёпта, а? А куда надо тпшиться, чтобы стало весело? Чтоб тебе стало весело, не обязательно куда-то тпшиться. Главное, чтобы голый был весел. Не гоню, повтори ещё раз. Чё? Чё? Ещё раз повтори. Ленифёст, помнишь такого? Нет, вообще не помню. Ну, типа, это он, типа, сказал, не, ну ты пи***р, скажи сейчас, ты пи***р. Какие тут буйволы. Возбуждает? Да. Мне плохо. Мне очень плохо. Здесь напали медведи из Мордора. Где? За мной бегут, сука, пидор. Помогайте, пидоры, вы что там забыли? За мной бежит два медведя. Или сколько их там? Они там из Мордора напали, чувак. Чувак, тут это, я тебе больше скажу, тут волна, короче. Да? Тогда надо прятаться быстро. Я как раз квест успею. Там этот был, типа, пу-пу. Да, да, а я думал, я сначала думал, что это бык, что ли, пердит. Потом подумал, ой, сука, что я только не подумал, я, короче, так и не понял, что произошло. Всё, солдаты Мордора защищают. Говорят, что они отправились на Дальний Восток, следуя по пути Саурона. Собака ебаная. Что они были направлены в качестве указателей на враг... Чувак, у меня анальная дудка! Помоги, пожалуйста! В смысле? Тут нападает! Так в замок, алло! Я не в замке! А заберись в замок! Ты чё, тут дурак? Тут анальный лес, понимаешь? Тут анальные педики свои устраивают. Да. Заговорки. Просто, чувак, тут анальное возбуждение. X200... Тут просто анальные пёсики. Перс? Анальные пёсики меня насилуют. Помогите. Помогите, пожалуйста. Меня насилуют. Я сейчас задумал. Чувак, сделай ночью, пожалуйста, иначе меня сейчас насилуют. Чё сделать? Сделай мне меня. О, а там еще какой-то замок, прикинь, в лесу есть. Дудка. Сейчас. Да, анальная дудка, сейчас будет анальная кара. О, вижу. Чувак, у них тут просто... Чувак, ТП ко мне! Что, все плохо? Ты просто смотри, там какая яма, смотри просто на яму, посмотри, там яма. Я не могу, у меня голый, сука. А за мной не бегут все равно. Ну и чё? Видишь, какая яма, смотри. А, уже исчез, тут, короче, флаг, типа, висел, и это, типа, волна. Арсений, давай быстрее насилуют. А чё я должен сделать? Бей их, мочи, репутацию получай. Чем мочи? Террорист обоссан. Чувак, я меч выронил. Я у меня лагает террор, тенер, йо. На Арсения. Что нам репутацию-то не даст, алло? Что ты ржешь, дебил? Я не могу, погоди.
Ой, да меня просто раскидывают тут просто все. Помогай, помогай, бегу, бегу. А как я тебе могу помогать рукой, что ли? А я не могу. Ануса, помоги, не знаю, что не пусть они тебя изнасилуют. Уже дважды. О, мочит, мочит, мочит его. Помогу, 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 помогу. Очень хорошо помогаешь, вот никто лучше тебе не помогает. Наверное, безногий инвалид и то лучше помогает. Ты что-то ржешь, а? Ненормальный. Чёрт, ну ты понимаешь, это волна. То есть здесь волны есть, они... Это, короче, как эти. Как эти разбойники. Чё у меня так серый лагает? А куда у меня меч исчез? О, чё это за хуйло? А, это верблюд. Давай сейчас. Ту-ту! Остальная дырка. Я чувствую, меня сейчас просто раскидают здесь. Просто-то! Чувак, я хочу ночи, я хочу, чтобы опять вот эта была дудка. Ту-ту! Да ты чё на меня убил-то? Эпично, только ты начал дудить, тут подыхаешь. Это просто, это какой-то грифер-шоу, такой, тут, а чё ты меня убиваешь? Можно синхронизация голубя завершена, пожалуйста, отсосите ему. Можно, пожалуйста, больше без анальных дудок. Это очень плохо заканчивается все. Все? Почему 33 тысячи? Нужно же ставить это 14.00. Какие 14.00? Ты чё, фа-фа-фа? Фа-фа-фа. А... Носите, мой милый друг. А что значит P47? Расшифровка. Просто... Резкое перевозбуждение. Серебряная монета 77. Серебряная головка. Супергерой какой-то. Пришел. Пойду на семерке покатаюсь. Я реально, я сейчас пойду, поезжу, чтобы это. Надо квесты набрать. Ну, чтобы поехал, да, понаехал. Подоехать только голубь может, потому что он. Бежит, 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 пеник. Чё ржёшь? Я не могу, слушай, у меня просто вот в голове рандомные задания, короче, влезло, они сходятся и сосуют. Сверхсосуды, что? Нет, я просто вижу вот этих вот, которые со шляпой, и, короче, в лесу там ебутся. Это наружные проститутки. Да. А зачем нужны проститутки? Сиди, погоди, 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 стой, останови. Что? Что ты ржешь, пидорастик? Не могу, я просто смотрю, у них такая шляпа анальная. Чувак, ты... Не просто, их прячут из твоей дилдак. Шляпу у них образовывает дилдак. Что, бля? Ты, кстати, заметил, да? Смотри, у семерки... Мы лошадь сбили. Да похер. У семерки советский руль, короче. Я готов к анальному расстрелу. Давай. Я как вас сейчас поехал. О, заглох. Кто заглох? Я. Слушай, и я придумал бизнес-идею. Короче, купим землю, но арендуем, короче, там
Все права, все то же самое, короче, потом построим завод и будем делать ветеринарные пробки. Сука, а чё вот они ходят, и у них квестов нет? Я говорю, давай квест сделаю. Найти 20 анальных пробок. Тогда ты меня отдели квест найти 20 елтаков. Чё? Чё? Сука, гендель, едет за семеркой, чтобы сегодня на рынке продать анальных пробок. Слушай, у меня еще голова такая, это, из салона огромная. Он оселый шаг. Долбоё. А? Чё, а? Боёпка. Арсений разворачивается. Да. Чё, каштаном мне кидаешь, а? Не могу, Арсений таксист. На семерке. Ну, приору все-таки, конечно, быстрее. А мне интересно, этих пидоров можно посадить и отвезти. Ты в жопу ебальню. В лес их отвезти, да? Я изнасиловал тебя грабить. И кого ослов? А эти... Слушай, как бы сейчас под спидами движемся. Сколько ты вон сбили даже животных? Я не знаю. Я бы хотел угла дать. Но тут дорога мелкая. Чувак, представь, нас это останавливает винты, откроет багажник, а там, блядь, 100 елдаков и анальных пробок. Так говорит, поделитесь. Еще. Сука. Ебай, это ты как так делаешь? Просто это поворачиваю и все. Что? Такси заказывали. Такси от сосика. Приора бы у нас точно в текстуру бы летела. Сука, еще на конях ездит. Лохи, у них одна лошадиная сила, у нас 70. У нас 7 лошадиных сил, которые хавать не просят. А сколько бенза, кстати, осталось? О, полный бак, отлично. Мы, короче, доставка. Ага. Вот это самое главное, как это, Delivery Club. Delivery Anal. Сейчас пробки анальные привезем. Доставка елдаков. Такой стучил, здравствуйте, это доставка, да, елдаков. Да, елдаков. Сука, что у них за гейпарад там? Да, сука. Из-за сидений вообще не видно это... Чувак, мы не в ту сторону уехали. Да, всегда, чувак, ну вот серьезно, я так и знал. Потому что та башня, она, это вообще была, это... Давай, разворачивайся. Я на задний сел. Давай. Что? Давай только быстро, а то нам нужно это анальные войны не пропустить. Анальные войны. Как показывали это по перцу, это дорожные войны, а это анальные войны. Здравствуйте, доставка дилдаков. Давай это на приору пересядем. Давай.